Всем привет! И сегодня я буду делать обзор на новый каталог от Yves Rocher на осень, сентябрь, вообще на осень, осенний их новый каталог. Вот он пришел мне в таком конверте. Здесь написано «Новинки осени для вашей красоты». И показан подарок, который может прийти, если заказать на минимальную сумму. Вот сразу начну с подарка. Подарок идеальный для путешествий. Это пауэрбанк. Вот такой вот женский, розовенький, с текстурой дерева написано. Он заряжается от розетки, потом вы берете его с собой и заряжаете им свой телефон. Вот такой вот. И идет USB кабель с ним. Вот такой вот подарок, если вы закажете продукцию от 300 гривен. Если ваш заказ будет от 300 гривен. Вот такой вот будет крутой подарок. Все, а теперь рассмотрим каталог поближе. Посмотрим, что здесь есть нового, старое, какие предложения интересны у них сейчас. Итак, смотрим. На первых страничках у нас здесь новые духи, я так понимаю, это «Любовь к себе. Моя суперсила». Духи называются «Мон Руж». Я уже потерла здесь. Довольно неплохой запах. Написано «Пачули», «Эссенция нероли», «Ирис», «Чернослив» и «Черная смородина». Вот такой вот аромат, что придает силу благодаря пачулям, свежести нероли и чувственности ириса. Вот такая парфюмированная вода стоит 999 гривен. А здесь еще идет парфюмированная вода и парфюмированный гель для душа. Тоже вот так вместе. Что у нас дальше? Это у нас что-то для волос. Да, штучка какая-то для волос, которая облегчает расчесывание волос. А здесь эко-шампунь за 109 гривен. Здесь маска-бальзам для волос и маска-крем для волос. Здесь три парфюмированные воды за 450 гривен. Вот такие миниатюрки. Дальше у нас тут идет бальзам для чувствительной кожи. Мицеллярная вода для чувствительной кожи и крем. Это такая серия для чувствительной кожи. Также идет зеленый крем-корректор от покраснений для чувствительной кожи. Вот такая серия с ромашкой. Дальше идут вот такие вот яркие бальзамчики для губ. Один с карите, а другой с ежевикой. Вот такие два. Тут еще у них есть, они по 75 гривен. Также идет у них гель-антисептик для рук. Вот такой вот флакончик 100 мл, 79 гривен. Дальше тут идут маска, бальзам для кожи и гамаш для лица с ромашкой. Вот такие две. За 99 гривен тюбик 30 мл. Новинки осени написано. Также бальзамчики тоже новинки. Дальше идет вот такая вот серия антивозрастная. Ночной крем, дневной, сыворотка. И тоже дневной и ночной вместе крем от морщин для упругости кожи. Здесь средства идут подороже. Крем 755, сыворотка 819 и смешанный крем 855. Дальше идет вот такая лимитированная коллекция. Антивозрастная сыворотка. Двойное действие. Детокс и восстановление. 819 гривен. Я так понимаю, за две штучки, да. Дальше идет вот такой вот, это тоже новинка. Дневной крем лифтинг и укрепление. 819 гривен за две баночки. Дальше тут показано дневной крем. Две штучки. 755
5 гривен для нормальной комбинированной кожи. Антивозрастная сыворотка. 2 флакончика 819. Это они тут указаны и тут. Так, дневной и ночной крем от морщин упругости кожи 855. Молочко для снятия макияжа с разглаживающим эффектом 289. Так, дневной крем от морщин и упругости кожи 755. Крем для контура вокруг глаз и губ 629, 2 тюбика вместе. Сыворотка от морщин для упругости кожи 2 флакончика 819. Это уже такая в красной бутылочке. Опять крем ночной, только уже от морщин для упругости кожи. 2 баночки за 755 гривен. Новинка лифтинг. Сыворотка для лица и шеи. 885 гривен за 2 флакончика. Дальше идет флюид хайлайтер для лица и шеи. 2 флакончика 855 гривен. Дальше дневной крем для лица и шеи 819 гривен. И ночной крем для лица и шеи 819 гривен. Вот такой у нас это 7-я страничка. Дальше на 8-й страничке у нас что здесь? Это крем для контура глаз. Да. Антивозрастной 689 гривен за 2 таких крема. Так. Дальше у нас идет такой дневной крем от морщин 735 гривен, тоже за 2 баночки. Так, хайлайтер для лица 2 штучки 785 гривен. Дальше что здесь? А здесь повторяются эти хайлайтеры и крем вокруг глаз и дневной и ночной от морщин. Дальше на 10-й страничке идет серия, так понимаю, для увлажнения кожи. Здесь у нас увлажняющий гель для умывания, легкий освежающий гель с деликатным ароматом, дарит коже ощущение полного комфорта. Вот такие два геля за 289 гривен. Дальше крем интенсивное увлажнение 48 часов 499 гривен за 2 баночки. Здесь у нас идет сыворотка интенсивное увлажнение 48 часов за 2 флакончика 635 гривен. Увлажняющая мицеллярка 2 в 1 за 2 флакончика 289 гривен. Увлажняющий гель для контура вокруг глаз 425 гривен за 2 тюбика. Увлажняющий гель для умывания также он здесь указан. Так, тоник, крем для лица, увлажняющий крем SPF 20 за 500 гривен, вот такие две баночки, и гамаш для лица за 300 гривен 2 тюбика, вот таких. Дальше у нас идет гель-крем «Ноль недостатков» называется. Абсорбирует излишки кожного жира, сужает поры, убирает зернистость кожи, увлажняет на протяжении 24 часов, имеет кремово-гелевую текстуру, равномерный матовый тон кожи без недостатков. Мне вот такой бы подошел, я думаю, это для жирной кожи, думаю, самый то такой крем. 2 баночки 500 гривен. Также очищающая мицеллярка идет 2 в 1 из этой же серии. 289 гривен. Дальше маска с растительным углем для проблемной кожи. Тоже абсорбирует себум, очищает кожу, удаляет черные точки. Кожа глубоко очищена от загрязнений и токсинов. И он с салициловой кислотой. Так что, я думаю, прикольный. 435 гривен за 2 таких тюбика. В этом каталоге у них все по 2 штучки идет, я так поняла. Дальше смотрим. Здесь
гель для умывания 2 тюбика за 289. Это все идет для проблемной жирной кожи серии. Гель этот крем 0 недостатков. Мицеллярка. Гель гамаш для проблемной кожи 3 в 1 за 289. Маска с растительным углем, уже говорила. О, вот есть сос-гель от прыщей для локального применения. 425 гривен за 2 таких тюбика. Есть еще серия для мужчин. Для чувствительной кожи увлажняющий крем для лица, увлажняющий, 419 гривен за 2 тюбика. Бальзам после бритья 309 гривен, 2 флакончика. Пенка для бритья 2 флакончика, 249. Так, а здесь идет уже женская. Это сыворотка для тела, для упругости кожи. 2 флакончика, 699 гривен. Новинка, бальзам для губ. Вот такие бальзамы. Манго 99 гривен и малина 99 гривен. Вот такие вот яркие бальзамчики. Думаю, хорошие запахи у них. Так, дальше. Здесь такая идет серия «Эффективный и нежный демакияж». Вот такое средство для снятия макияжа для особенно чувствительных глаз. Специально разработанная формула для чувствительных глаз. Мягко очищает от макияжа, успокаивает, дарит ощущение свежести. 2 флакончика за 219 гривен. Дальше идет экспресс-средство для снятия макияжа. Быстро удаляет макияж, даже в водостройке не требует смывания. 239 гривен за 2 флакончика по 200 мл. Дальше идет у нас серия с ромашкой. Содержит более 91% ингредиентов натурального происхождения. Здесь у нас гель для умывания 2 штучки, 185 гривен. Дневной ночной крем для лица 239 гривен. И крем для лица и тела нежность за 259 гривен. Вот оно здесь тоже указано, чтобы себе отрезать, заказать. Так, дальше идут у нас что? Дезодоранты, гели для душа. Так, дезодорант зеленый чай, 2 штуки тоже за 178 гривен. Гель для ванны и душа, бразильское кофе, вот этот вкусный, за 170 гривен 2 штуки. Так, тут еще идет дезодорант цветок индийского хлопка за 178 гривен 2 штуки. Так, дальше. Гель для душа для чувствительной кожи 418 гривен 2 флакончика. Гель для душа для чувствительной кожи тоже идет. Экотюбик 358 гривен. Так, Моноид де Таити. Гель для тела для волос с маслом Манои 178 гривен. Дальше идет гель для ванной и душа «Кокосовый орех». Гель для ванны и душа «Малина мята» по 170 гривен такие. Потом идет обновляющее молочко для очень сухой кожи 2 тюбика за 345 гривен. И растительный уход за телом, гамаш для тела за 345 гривен 2 тюбика. Так. Что у нас дальше идет? Охлаждающий гель для снятия утомляемости ног. 185 гривен, 2 тюбика. Так, крем для ног, 2 тюбика, 215. Дальше у нас идет увлажняющий крем для рук. Так, он 109 гривен за 2 тюбика. Вот такой вот с арникой. Так, дальше идет вот такая страничка ароматов для мужчин.
Здесь парфюмированный гель для тела и волос 329 гривен. Туалетная вода 899. Здесь тоже туалетная вода. Парфюмированный гель для волос и тела. Гели для душа, но это не из мужской серии. Вот здесь свежая роза и зеленый чай по 145 гривен за 2 тюбика. И вот такая мужская туалетная вода 1125 гривен за 2 флакончика. Дальше идет аромат Натурель, туалетная вода 1235 гривен за 2 по 75 миллилитров. Эссенция бергамота, жасмин и кедр. Дальше идет Evidence. Парфюмированная вода за 1149 гривен, тоже за 2 флакончика. Здесь эссенция бергамота, абсоль дамасской розы, эссенция пачули. Дальше идут тоже водички парфюмированные, это Evidence. Дальше идет парфюмированный гель для тела и волос. Экотюбик 329 гривен. Парфюмированная вода ноты любви. Парфюмированный гель для душа 375 гривен. Парфюмированная вода Мон Эвиденс. Миниатюрки, да. 1149 гривен. А может и не миниатюрки. Нет, нет, 50 миллилитров, это полная версия. И есть вот такие духи Лямур. Две штучки 1555 гривен. Дальше идет Tropical Tentation. Парфюмированная вода. Две штуки 975 гривен. Так. Натурель я уже говорила. Свежая роза La Collection 769 гривен. Туалетная вода, зеленый чай 769 гривен. Soul Elixir, парфюмированная вода, 1555 гривен за 2 штуки. Дальше здесь идет такая тональная основа. Вот это BB-крем для лица. Идеальная кожа, 6 в 1, светло-бежевый. Моментально увлажняет кожу, удерживает влагу до 24 часов, выравнивает тон, придает коже свежесть, моментально разглаживает кожу, возвращает ей сияние. 455 гривен за 2 тюбика по 50 миллилитров. Дальше идет тональная основа, 0 недостатков, с SPF 30, оттенок ружевый, розовый. Формула содержит витамин Е с антиоксидантами, SPF 30, защищает от фотостарения кожи. 469 гривен за 2 флакончика с дозаторами. Так, дальше идет вот такая тушь для глаз. Тушь интенсивно черного цвета с бамбуковыми волокнами. Прокрашивает каждую ресничку, надает ей объем и густоту, и длину. 459 гривен за 2 вот таких вот в черном цвете флакончика. Дальше идет шампунь для волос легкости и очищения. Очищает кожу головы, нормализирует работу сальных желез, уменьшает себум, выделенность себума. И волосы чистые до 48 часов. И меньше надо их мыть. Вот такие два флакончика 200 гривен. Подошло бы для моих волос. Я бы себе такие заказала. Дальше идет малиновый оцет. На русском будет... Не могу вспомнить, не ругайте. Для сияния волос. Два флакончика 239 гривен. Вспомнила, уксус. Так, шампунь для волос, питание и обновление. Вот такие два. Дальше, интенсивный курс от выпадения волос. Вот такое. 799 гривен за 2 ампулы. Шампунь для укрепления и роста волос. 200 гривен за 2 штуки. Так, это та же тушь. Здесь идет основа для укрепления ногтей 175 гривен. Шампунь, лосьон
для блеска и для окрашенных волос за 200. Шампунь, гель для волос эластичности, объем 200. Шампунь, крем для волос, питание, шелковистость 200 гривен. Шампунь для волос мягкости, шелковистость. Ну, все они по 200. От перхоти трошки дороже, 229 гривен. Ну, от бальзама идут по 200 разные. Вот. Что здесь еще? Вот такие. Одна маска гель и одна маска мусс. Это с мятой, это с ромашкой. Всего 118 гривен 30 копеек каждая. Так, дальше идет вот такое жидкое мыло для рук. Манго и кориандр. Цветочно-пряное звучание, свежесть кориандра с сладкими фруктовыми нотами манго тонизирует. 95 гривен за такой флакончик, 190 миллилитров. Дальше идут вот такой бальзам для губ ваниль 69,30 стоит. И крем для рук бурбонская ваниль 85 гривен. Вот такие дезодоранты. Зеленый лимон Мексики и лаосский лотос по 89 гривен. Такие дезодоранты. Так, маска крем 2 в одном. Защита и блеск окрашенных волос. 249 гривен. Дальше. Тональная основа флюид. 435 гривен. Флакон-дозатор 30 миллилитров. Вот такие есть оттенки. Бежевый, розовый. База под макияж есть. Есть пудра. У меня была пудра. Рассыпчатая пудра. Такая тональная основа, корректор, жидкий корректор. Так, спонжик, компактные румяна, кисточка, мягкое средство для снятия лака и экспресс для снятия лака. А сзади вот такие вот коллекция таких гелей для душа освежающих. Здесь здесь магнолия, белый чай 75 гривен, они все по 75, гранат, розовый перец, манго, кориандр, вот такой бы я заказала, и органия и роза. Все, а сзади три геля для душа можно заказать за 198 гривен, вот такие вот. Все, это был весь обзор на каталог осенний и Роше косметики французский. Кому было интересно, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, пишите ваши комментарии и до новых встреч. Всем пока!